уже ушедшим у нас в 2017 году, именно при изменении в бюджет, при корректировке бюджета, был этот наказ включен, и в оперативном порядке деньги на него выделили. Раньше мы вынимали отдельно ребенка, поднимали коляску, и немножко это было тяжеловато, особенно зимой. Сейчас будем ходить на все концерты, мероприятия смело на четырех колесах.